сегодня регион не то чтобы даже решает задачи, он начинает решать, скажем так, большую программу, которая должна будет привести к тому, что регион будет являться одним из элементов цифровизованных регионов России. Соответственно, что в это может входить? В это может входить абсолютно полный комплекс цифровых сервисов, цифровых услуг, цифрового образования, которое в дальнейшем позволит людям вести спокойную, размеренную жизнь, которая, и цифровые технологии будут очень усиленно помогать им в этом. Для этого необходимо наладить бесперебойную работу всех цифровых сервисов в регионе, посмотреть, проанализировать все, что до этого было сделано коллегами, которые работали в этом направлении до меня, и после этого уже наметить непосредственно все шаги, которые будут связаны с тем, чтобы или возобновить какие-то забытые проекты, или наоборот развивать те проекты, которые уже идут, ну и, соответственно, привлекать новые проекты, новые таланты, новые идеи. Это, можно сказать, даже не ноу-хау, это национальные проекты, федеральные проекты, это IT-куб, Кванториум, это такие мини-школы дополнительного образования, которые позволяют детям получать необходимые навыки для работы с компьютером, для того, чтобы люди, учащиеся в школе, могли получить дополнительную профессию и именно понимать, как выглядят вообще цифровые технологии, IT-сфера и, соответственно, что такое компьютер, языки программирования, ну и, соответственно, принять для себя или понять, нужно ли им это вообще. На данный момент у нас работает два IT-куба, один большой кванториум. Сейчас мы готовимся к открытию третьего IT-куба. Это каждый IT-куб, это порядка 500 человек. Выпуск за год с дополнительным образованием. В кванториуме где-то 1500 человек получают дополнительное образование. В данный момент мы рассматриваем возможность открытия IT-кубов уже по профильным направлениям. Это будет промышленное программирование, это будет авиация, это будет еще, видимо, строительство, ЖКХ. И в этих во всех сферах мы постараемся сделать так, чтобы люди могли получить дополнительное образование уже с прицелом на то, что как бы нам необходимо в регионе.